хорошие. Привет всем моим корифанам, нашим мелким девочкам и мальчикам. Так, сегодня хочу распаковочку такую сделать. Купил я в магазине, был с Наталочкой. Купили мы шайтан-машину. Сейчас будем разбирать, распаковывать, собирать вместе с вами. Вот. Коробка коробкой. Сейчас будем доставать все из коробки. Так, так, ручечка. В общем, я вам вкратце расскажу. Это на болгарочку пилочка. Я такое увидел уже в интернете, видел. Ну, захотелось себе. Так, это на потом. Вот. Значит, что мы собираем ее. Кучку будем собирать сейчас, друзья. Друзья, чуть-чуть надо. Вот так. Вот, видите, какой. Рукожопый. Хочется такую маленькую эту. У меня пила-то есть бензиновая. Но где-то вот по мелочи что-то тут пильнуть. Дровишки какие-нибудь, что-то такое минимальное. Я видел в интернете, люди, ребята пользуются. Мне понравилось, честно. Мне понравилось, очень понравилось. Поэтому я хочу такую же себе. Наталья дала добро. Говорит, это тебе подарок на дачу. Чтоб пообрезал все, что лишнее, где торчит, где висит. В общем, обрезание делаю бесплатно, ребята. Бесплатно. Если надо кому-то что-то обрезать, обращайтесь. Всем моим подписчикам это просто шара будет. Просто обрежу, даже не заметите. Что надо и не надо. А где же, ага, вот, вот шестереночка. Тут все. Я видел уже, как их собирают в интернете, потому что поэтому мне не очень его сложно. Так, друзья. Вы не подумали, что это неправда. Вот я сегодняшним числом, это мой чек, я купил. Видите, вот так. 700 гривен стоит эта шайтан машина. Но если она будет работать нормально, то я вам скажу, я доволен буду. Я буду доволен, потому что есть. Есть, ребята. Есть, ребята. Все мы собираем, разбираем. Так, пилочку, главное, правильно надо поставить. Вот так я думаю. Так, ребята, сейчас ставим крышечку, лишь бы угадать бы. Тут самое что. Сейчас, друзья, сейчас. Тут надо.
гаечки. Я, конечно, гаечки. Гаечки вот такие. Я, наверное, поменяю трошечки на другие. Что-то не попало где-то. Не попало. Но не сильно. Вот такие у меня есть гаечки. Я видел, я уже в машине нашел и кинул. Так. Вот. Что-то мне кажется. Как бы оно не так. А, хороший кабель. Тут прямо натягивается цепочек вот, друзья. Вот этой гаечкой. Не знаю, насколько нормальная, насколько она, насколько она хорошая. Не знаю. Не пилил ни разу. Но видел в интернете. А сегодня чисто хотел купить пилочку. Просто полотно. Я вам сейчас покажу. Вот такое. Новенькое. Вот такое. Ну, продавец показывает, возьмите вот эту вот и не пожалеете. Так что, друзья, пришлось взять, конечно, честно. Понравилось мне. Ну, сейчас испытаем. Свет я уже тут принес. Удлинитель. А ну-ка. Сильно, мне кажется, натянуто сильно, потому что живет. Вот сюда, я так понял, заливается масло. Вот эта пипеточка так раз, раз, раз. Ну, сейчас пойдемте пильнем без масла, покуда попробуем. Пошлите, пошлите, друзья мои, подписчики, пошлите. Так, значит, прижимаю так. Блин, хоть бы перила. Так вот, это у меня еще мало оборотов. Вот и все. Вот такая пилочка получилась, друзья. Вот так вот вам скажу. Хорошую вещь купил. Ну, мне нравится. Сейчас еще попробую маселка залить, чтобы она работала красиво. И все будет чики-пуки. Спасибо за внимание, мои хорошие.